продовжуємо нашу програму і вже за декілька секунд я вам представлю нашого гостя. Але спочатку невеличкий екскурс у історію. Саме 1 грудня 1891 року вважається днем народження баскетболу, улюбленої гри мільйонів великих і маленьких спортсменів і не дуже спортсменів. В цей день американський вчитель фізкультури Джеймс Несміт заклопотаний. А чим же в зимовий день зайняти своїх учнів? Прибив на протилежних сторонах гімнастичного залу корзини з-під персиків і запропонував хлопцям закидати у них футбольний м'яч. І ось так народилася улюблена гра багатьох і багатьох хлопчаків і дівчаток, дорослих і маленьких. Так народилася гра у баскетбол. І зараз ми бачимо ось цей самий м'яч, який став улюбленою не іграшкою, а справою життя для багатьох. А ось у цю мить ви бачите саме найперший гімнастичний зал і ось засновника улюбленої гри багатьох Джеймса Несміта. Ну а ми продовжуємо нашу програму і саме зараз ви побачите також відоме обличчя, відоме у нашому місті і далеко за його межами. А я дуже рада представити вам гостя нашої програми. Це Валентин Бєріснів, багаторічний головний тренер МПК «Миколаїв». Доброго ранку. Доброго ранку. На початку нашої розмови Валентин мене запитав, про що ж ми будемо говорити? А я йому відповідаю, здогадайтеся. І, звичайно, ми будемо говорити ні про футбол, ні про плавання і не про політику. А будемо говорити про баскетбол. І ви як людина, яка скільки років віддали баскетбол? Більше 35. Понад 35 років ви займаєтеся баскетболом, так? І я так розумію, що ця гра у вашому житті – це не просто справа, це не просто гра, а це любов, правда? Так, я думаю, що так. І мені, во-первых, дуже приємно, що Миколаївське телевізіння відмітило таку дату в своїй телепрограмі, тому що дійсно баскетбол – це велике явление в общественной жизни человечества, як я вважаю. Баскетбол отличается от всех видов спорта тем, что в отличие от футбола или волейбола, которые прошли эволюционный путь от развлекательных игр людей, которые переросли в виды спорта, то баскетбол – это единственный вид спорта, который был придуман, создан был на бумаге, а потом и сегодня имеет колоссальную популярность в мире. А знаете, как мы вболеваем за наших завжди? Да, я знаю, потому что я много раз присутствовал. И теперь я много раз присутствовал с двух сторон, и будучи на площадке, и теперь будучи на трибуне в качестве зрителя. Скажите, пожалуйста, чем захоплює баскетбол своих и глядачів, и, звичайно, спортсменів? Ну, зрители, в первую очередь, он привлекает своей непредсказуемостью, своей динамичностью и, конечно, кажущейся легкостью, да, что тут вот кольцо, вот мяч сейчас заброшу, а на самом деле это очень-очень сложный и тяжелый вид спорта, и та легкость, которой спортсмены, будь то наши николаевские, будь то американские в НБА, забрасывают мяч в кольцо, за ним стоит колоссальный труд, многолетний и многочасовый, ежедневный, вот. Но спортсменов, конечно, привлекает своей борьбой, что можно в этой сфере как бы жизни доказать свою состоятельность, доказать, что ты сильнее своего соперника, и в интересной спортивной борьбе как бы стать лучшим в какой-то области жизни человеческих. Дякую. Ви людина, ну, м'яко кажучи, не чужа миколаївській команді, так? Давайте поговоримо про її минуле, яку роль вона посідала не тільки в житті миколаївців, миколаївського спорту, а і всієї України, і, може, навіть з немогин там за обрії України. І про сьогодення цієї команди. Ну, приближається теж юбілейна дата. Команда в такому виді, в якому сьогодні вона існує, міняє названня,
меняя форму и место проведения соревнований. Скоро будет 50 лет, как эта команда была основана. Да, эти такие молодые все хлопцы, таких мы любим, мы знаем. Но в 67-м году команда начала участвовать сначала в городских соревнованиях, потом в соревнованиях Центрального совета «Спартака». И так дальше. В 72-м году команда представлена на всесоюзной арене. Но как бы точка отсчета 67-й год, и скоро будет 50 лет, и это событие, которое нужно, Николаевская община должна отмечать какими-то событиями, какими-то, может быть, мероприятиями. И на протяжении всех 50 лет команда прогрессировала, развивалась, занимала все новое и новое место в жизни нашей общины. И сегодня как бы жизнь Николаева, ну, сложно представить без баскетбольной команды. За все эти годы были разные взлеты и падения, и команда играла в советской высшей лиге, и занимала там достойные места, была призером украинской суперлиги неоднократно. И последние годы, может быть, мы без наград каких-то, но самая большая награда николаевскому баскетболу – это заполненные 100% на трибуны спортшколы «Надежда». Небайдужість болівальників. Да, и я как бы уверен, хотя это немножко звучит как штампы, многие тренеры любят говорить, что наши болельщики лучшие, но все признают, что приезжая в Николаев и играя против команды, как бы она ни называлась, «Корабел Николаев», «НКИ Николаев», «МБК Николаев», всегда очень сложно играть, потому что всегда есть шестой игрок, который сидит на трибунах. А в болівальниці найкрасивіший. Ну, это для Николаева традиционно. Ну, це просто наші чоловіки цього, мабуть, вже до цього звикли. І тому так говорять. Продовжуємо далі. От зараз повернулася команда із гри із Запоріжжя. Що б ви могли, як ви могли прокоментувати? Ну, буквально там, ну, невеличкий такий. Ну, поступки. Команда, да, приехала. Везіння не вистачило, чи чого? Як ви проаналізуєте? К сожалению, я не видел игру полностью. Команда приехала с выездного тура. Они проиграли 3 очка в Кривом Рогу и 3 очка в Запорожье. Знаю по себе, что поражение с такой разностью очень болезненное для тренеров и для команды. Лучше проиграть 10-12 очков, не имея шансов в концовке. А тут проиграны 2 концовки. Конечно, ребята расстроены. Думаю, что тренерский состав расстроен. Но чемпионат большой, 4 круга. В таком большом чемпионате всегда есть время исправить ошибки, всегда есть время наверстать потерянное поражение. Вот. Но как бы пока старт команды был неплохой, команда первый круг закончила на третьем месте. Если команде удастся на протяжении всего длинного периода чемпионата Украины такой уровень показать, то это будет хорошо. Хотя это будет очень сложно. А скажите, будь ласка, наскільки вдається команді впоратися із тими труднощами, з якими стикається зараз все наше суспільство, вся громада, фінансові труднощі, нове обладнання, це ж все ж таки необхідне, нові перспективні гравці, молоде покоління, де найболючіша проблема і з чим команда може впоратися? Нашей команде сегодня вот эти проблемы, все, которые вы назвали, они присущи, потому что много лет украинский баскетбол был избалован большими деньгами, и кроме того, что много было легионеров, которые играли за просто неимоверные деньги, украинские баскетболисты тоже играли за переоцененные контракты, и сегодня им сложно спускаться к реальным контрактом, и это одна из проблем не только Николаева, а всех команд в Украине. Но в условиях финансового дефицита в Николаеве нашлись люди. Это в первую очередь Михаил Борисович Козырь, который возглавил клуб, начиная с прошлого лета. Борис Юрьевич, его племянник, народный депутат Украины. Эти люди, которые поставили плечо в сложный момент николаевскому баскетболу. Большое финансирование или маленькое финансирование – это как бы вопрос вторичный. А то, что команда сохранилась и участвует, в отличие от многих команд, которые исчезли с баскетбольной карты Украины.
Ну, баскетбольные болельщики должны быть благодарны в первую очередь этим двум людям. В такой ситуации команда должна в первую очередь обратить внимание на свое подрастающее поколение. С учетом, что нет возможности покупать дорогих баскетболистов, надо выращивать своих. И тут, Николаев находится в очень плохом положении. Много лет мы были поставщиками игроков во все молодежные сборные, в национальную сборную. Был период, когда 3-4 воспитанника Николаевской команды одновременно играла в национальной сборной. Сегодня, конечно, мы далеки от этого. И, к сожалению, школа находится не в лучшем состоянии. И подкрепиться нашей сегодняшней команды из молодежной команды практически некем. Надо пересматривать свое отношение к школе, надо реструктуризировать работу в школе, потому что даже через 2 или 3 года, когда пойдет отдача от сегодняшних действий, нужны будут николаевские игроки. Правда, мне кажется, что с вами посперечатися могут герои нашего наступного сюжета. А давайте подивимося. Михайло почав займатися баскетболом з легкої бабусиної руки, яка 3 роки тому привела тодішнього 9-річного хлопця до юнацької баскетбольної команди. Щоб грати в баскетбол, должно бути дружелюбен, тому що баскетбол – командна гра, без цього ніяк. Сила должна бути, сила волі, терпіння. Тренировки, нужно упорно тренуватися, щоб достичь какої-то цілі. Ребята доверились мне, захотели, чтобы я попробовал настраивать их на игру. Я стараюсь, помогаю им. Вот ты начал заниматься баскетболом. А у тебя появились поклонницы? Поклонниц нет, еще возраст такой. Только начало. С возрастом, когда старше буду уже, если чего-то достигну, то, скорее всего, буду. На сьогоднішній день в Миколаївській спортивній школі баскетболу Олімпійського резерву номер 4 займається близько 500 юних спортсменів різного віку. В школі вищої категорії за 48 років існування підготовлено більше 70 майстрів спорту. Команди юнаків та дівчат щорічно стають переможцями першості України в різних вікових категоріях. Кращі вихованці школи виступають за команди Суперліги, Вищої ліги як в Україні, так і за кордоном. Олександр Шнейдер – старший тренер. Стаж роботи з дітьми – більше 30 років. Олександр Андрійович розповідає, що більше за все любить свою справу. У мене зараз 4 команди, 4 возрасти, яких я тренирую. От ці мальчики, які давали вам інтерв'ю, це 2003-2004 год. Она выступает в Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге. Первый год мы участвуем в этих соревнованиях. И первый тур у нас был в Николаеве. Мы 2 игры проиграли, 1 выиграли. Сейчас едем в Запорожье на такой же тур. Будем играть с другими соперниками. Игровая команда у меня вот только вот это 2003 год. А остальные у меня там группа набора есть, маленькие дети, которые... И остальные там постарше. В городе, в Николаеве, у нас одна это спортивная школа. По области вообще практически нету баскетбола. И вот у нас только вот это Николаев. У нас школа бесплатная. Но в других, вот я знаю, что Киев, как вы сказали, Одесса, там даже занятия платные. И там сдают по 400, по 300 гривен в месяц. Это вместо еще оплаты на соревнования. У нас люди... И говоришь им бесплатно, они смотрят такими глазами на вас, что если бесплатно, значит это неинтересно. Найприємніше в роботі з дітьми – це взаємоповага та розуміння, які не купити ні за які гроші. Що, пане Валентине, що ви скажете про майбутню зміну? Я не буду... З труднощами впораються? Александр Андреевич Шнейдер действительно лучший тренер сегодня в детской школе Николаев, но присутствует большой кадровый дефицит среди тренеров. Кроме Шнейдера можно отметить Дениса Николаевича Раздобудько и все.
для Николаевской школы иметь два полноценных тренера. Да, там работают другие тренеры, девочки работают, молодые, но вот так как качественно по времени столько отдачи и желания, можно выделить, может быть, только двух тренеров, и это одна из причин, низкая оплата труда, поэтому сложно затянуть в команду, в школу бывших выпускников МБК «Николаев», которые закончили свое выступление, но давление детского желания тренироваться очень большое, как замкнутый круг. Есть команда мастеров, полные трибуны, дети видят перспективы. Да, и есть желание попасть в эту команду, и они идут в эти группы, и группы переполнены. А выход? Выход где с этого кола? Выход нужно реструктуризовывать школу, надо иметь другой подход, надо, чтобы, может быть, городская, областная власть как бы по-другому расставила приоритеты, потому что есть детские школы, в которых есть по 25-30 тренеров, а в баскетбольной школе, ну, 8-10, больше нету. Но как бы это большой разговор и сложный, может быть, не программа «Доброе утро». Вот, но видите, что, как сказал этот молодой игрок, девочкам тоже подобается баскетбол, але девчатам больше подобаются баскетболисты. Дякую. И скажите, пожалуйста, какими якостями повинен мати справжній успішний баскетболіст? Ну, самые главные якости все-таки не рост и не прыжок, и не скорость, а все-таки трудолюбие. Не зріст? Да, не зріст точно. А можно с вами помиритися с ростом? А можно я вас запрошу? Я ж не очень высокий. Не дуже высокий? Не дуже. А все ж таки, який зріст нормальний для баскетболіста? Ну, как бы, вот такой зріст, як мій, це нормально. Це нормально, так. А вищий? Ще добре. А нижчий? Нижчий, отак, трошки. Сантиметрів так, на пів метра, десь трошки нижче. Баскетболісти, які добились успіху і грають в Національній баскетбольній асоціації, яка вашого росту. Справді? Да. То в мене ще не все втрачено. І упад для дівчини так, так. Плаче. Ну що ж, дякуємо вам. З днем народження баскетболу, успіхів і доброго вам ранку.